Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор коробки от фирмы Luremax модель 5013. Данная коробка, как видно из данных на наклейке, имеет длину 16,5, ширину 9,5 см и высоту 4 см. Сделана она из оранжевого пластика. Пластик довольно-таки прочный и при этом не токсичный. Можно видеть, что края данной коробки сглажены. Очень эргономично данная коробка лежит в руках. Имеет она вот такой вот элемент закрывания и открывания. То есть все очень легко и просто, и при этом надежно. Коробка состоит из двух одинаковых половин. Каждая половина состоит из 10 отсеков. Причем каждый отсек имеет свою прозрачную крышечку. Сразу обращу ваше внимание, что отсеки не герметичные, то есть имеются вот такие вот отверстия. Теперь давайте посмотрим, какая получается длина, ширина данных отсеков. Длина составляет 40 мм, ширина 29 мм и высота 17 мм. То есть в данные отсеки мы можем положить как небольшие вертушки, например, в размере от 2 нулей до единички, ну или некоторые двойки также могут влезти в данный отсек. Колебалки небольшие по размеру, воблеры великолепно могут залезть в данный отсек. Ну и также чебурашки, различные небольшие джиголовки также могут влезть в данный отсек. Единственное, что бы я не рекомендовал в данную коробку уложить, это крючки, так как имеются вот такие вот отверстия, и крючки могут, соответственно, если они еще у вас маленькие, могут выскакивать из данных отверстий. Но опять же, вот эти вентиляционные отверстия являются большим плюсом, если вы, например, половив на какую-то там блесну, покладете ее в данный отсек, она у вас, соответственно, будет содержать некое количество воды на тройнике, на лепестке, ну и тем самым у вас тройник может покрыться ржавчиной. А если имеются вот такие вот вентиляционные отверстия, то риск ржавчины тройника существенно снизится. Данная коробка довольно-таки легкая, весит всего лишь 119 грамм, подойдет для хранения блесен, небольших воблеров, грузов. То есть можно взять, например, вот только лишь одну коробку, укомплектовать минимальным набором, который вам хватит, например, на вечернюю рыбалку после работы. Ну и взяв данную коробку, можно не думать, куда положить там силиконовые приманки, различные там груза и тому подобное. Ну и взять еще там другую небольшую коробку, куда вы положите там вертлюги, крючки. Все. Две коробки и больше, по сути, вам ничего не нужно. Данные коробки, подведя итог, могу сказать, что они очень качественные. Очень коробки эти мне нравятся. Они недорогие. Рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.